Всех приветствую. Продолжаем рассматривать работу художников, скульпторов, знакомиться с их автобиографией. Монах Николас Баррас был католическим монахом и художником испанского возрождения, работавшим в Валенсии. Я пользуюсь Википедией переводной. Родился в королевстве Валенсии в 1530 году, ныне в провинции Аликанте. Он один из лучших художников валенсийской монашеской живописи, в раннем возрасте отправивший в Валенсию учиться у Висенте Хуана Масипа. Он стал самым примечательным его учеником. Работы Барраса в целом напоминают работы Масипа, и некоторые из них были приняты за него. После принятия священства был назначен Веронимитский монастырь святого Иеронима Аккатальпского в Ганди, где ему так понравилось пребывание, что он попросил оплатить членство в ордене. Монахи иеронимиты, то есть Катальбы, позвали его расписать большой алтарный образ церкви. Таким образом он вошел в орден. Алтарный образ состоял из 14 работ. Посредине стояла скульптура святого Иеронима. Кроме того, он изготовил другие алтарные изделия для часовен церкви и капитула. Также он создавал картины для разных частей монастыря. Написал 4 великолепных полотна для Нижнего монастыря. Принял обряд в 1575 году, а в следующем году принял последние обеты. 3 года спустя провел некоторое время с капуцинами во францисканском монастыре Сан-Хуан-де-Рибера, где-то недалеко от Валенсии. Однако вскоре вернулся в монастырь святого Иеронима Катальпского в Ганди, где провел остаток своей жизни за рисованием, оставив в церкви только 12 алтарных произведений. Также потратил свои собственные деньги на наем скульпторов и строителей для украшения монастыря. Баррас также проделал большую работу для церкви и религиозных домов в Валенсии, Мадриде и других местах. В музее изящных искусств Валенсии хранится около 50 картин Барраса. Умер в возрасте около 80 лет, недалеко от Ганди. Монастыре. До свидания. Вот так вкратце из переводной Википедии о монахе Николас Баррас, который был католическим монахом, художником испанского возрождения, работавшим в Валенсии. Пока, до свидания.